Глава Владивостока проверил ход строительства школы в микрорайоне Патрокол. На данный момент заключены договоры на приобретение технического оборудования и необходимого школьного инвентаря. Сейчас ведутся работы по остеклению, в том числе витражному. Завершаются работы по монолиту перехода между учебными корпусами и центральным, назовем его так, административным или рекреационным корпусом. Ведутся работы по внутренней отделке и по внутренним сетям в корпусах с 1 по 5. Ведется работа достаточно активно. У нас приехали дополнительно работники, которые специализируются именно на внутренней отделке. Школа будет рассчитана на 1275 учащихся. Новое образовательное пространство включит в себя кинотеатр, спортзалы, современную библиотеку, бассейн и многое другое. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.